Друзья, всем привет! Сегодня у меня видео из разряда быстрых завтраков. Пожалуйста, не кидайте меня тапками, потому что рецепт очень простой и из простейших продуктов. Даже в ход у меня пойдут вот такие вот сушки маленькие, сушки-крохотушки. Это будет завтрак на сковородке, быстро, сытно и вкусно. Значит, что понадобится? Это вот такой небольшой пакетик сушек, немножко колбаски граммов 150, так. Зелень, молоко, где-то третья часть чашки, 50-70 граммов сыра твердого натерла уже на крупной терке, 4 яйца, посолила я их уже. Теперь что нужно сделать в первую очередь? Сушки нужно замочить в молоке. Да, вот для этого я еще молоко забыла. Ну, в общем, смотрите по своей сковородке, как у вас уберутся они вот все слоем. Я, наверное, выступлю. А может быть и лишнего. Ну ладно, уже как будет. В общем, все их нужно залить молоком. Залью пока вот этим. Потом для яиц еще налью. Так, слишком много заливать не буду. Просто периодически вот так вот помешивать нужно. А то это надо целый пол-литра сюда влить. В общем, вот так вот помешиваем иногда. Так, теперь что нужно сделать? 4 яйца. И я их уже вот посолила. Теперь сюда я хочу порезать меленько колбаску мелким кубиком. Показывать вам, наверное, это не нужно, да? Все умеем резать мелким кубиком. Меленько нарезаем зелень. Такими вот. Так, а насчет молока, знаете, что подумала? Вот оно постоит с сушками, да? Оно уже не впитается, все. Правильно? Правильно. Вот. И вот это молоко потом можно просто-напросто накрыть крышкой ту миску и слить уже вот сюда, куда нам нужно его нужно было вливать. Вот и все. И молоко послужит двойную работу. Все, вот так сделаем. Но сюда я не всю буду зелень всыпать. Немножко оставлю сверху для красоты. Вот такой зеленушечки чуть-чуть. А вот это всыпем потом. Так, что у нас тут сушки? Что они у нас? В общем, им нужно постоять минут 5-10, чтобы они все-таки стали чуть-чуть помягче, но и не раскисли совсем. Вот уже они становятся мягкими сверху, а внутри еще такая хрустиночка. Так, ладно. Теперь яйца с солью взбиваем. Все-таки молоко почти все впиталось. Вот так, немножко есть. Добавлю еще сюда. Слила сушек, ну там прям чуть-чуть его осталось. И вливаю еще вот одну третью чашки молока. Сковородку с маслом уже я поставила, разогревается у меня. Добавляю сюда зелень чуть-чуть. Половину, вернее, не чуть-чуть. Также сюда добавляю половину сыра и колбаску. Все это хорошо. Так, это уже можно убрать, она не нужна. Все хорошо перемешиваем. Вот я думаю, вниз сделать сушки или вот это первым слоем, а сушки разложить наверх. Как вы думаете? Ответьте мне, пожалуйста. Как вы думаете? Но мне, наверное, кажется, что их нужно вниз, чтобы они все-таки вот в этой смеси хорошо пропитались. Вот. Так, ладно. Сковородка сейчас уже масло нагревается. Сейчас продолжим. Нагрелось масло. Теперь я просто-напросто беру и вот так вот эти сушечки сюда высыпаю. И все это хорошо разравниваем. Да, в один слой они не хотят убираться. Так что можно не полный пакет. Но ладно, у меня они уже замоченные. Пусть будет так. И теперь сверху выливаем вот эту вот смесь колбаски, яйца, зелени и сыра. В общем, раскладываем ровненько, насколько это возможно. И все это уже можно есть, естественно, без хлеба, да? Так как хлебушек тут будет сушки. Все.
Теперь это все посыпаю сыром еще сверху. Вот так ровненько сделали. Посыпаю сыром еще. Вот так. Накрываю крышкой и ставлю на такой средненький огонь под крышку. Прям. Ой, я уже сказала, да, крышку. И делаю, и говорю, и все. Запуталась. В общем, вот так. Да и зелень, наверное. Нет, зелень потом, уже на готовое блюдо. Все, теперь накрываю крышкой и ставлю на огонь. На среднем огне, значит, минуток, ну сколько? Ну, минуток 5. Пусть постоит, а там посмотрю. Вот так вот пыхтит. Все поднялось, так пышненько стало. Ну и все, я думаю, что уже готово. Так, ну все, прошло 5 минут. Потом даже со среднего огня я это все убавила на медленный. И медленно все стояло там. Пыхтела. Вот такая вот пышненькая получилась вкуснота. Так, теперь нужно отрезать кусочек и показать, как это там внутри выглядит. Аккуратненько прошлась ножом, не царапая сковородку мою драгоценную. И теперь нужно подцепить, как-то все это попридержать, чтобы не развалилось. О, сырочек тянется. Все, сушечки эти мягкие такие стали, режутся очень легко. В общем, внутри тоже красиво. Так, сейчас я вам покажу, как это выглядит снизу. Снизу. Так, сейчас еще кусочек небольшой отрежу и переверну. Вот я думала, что можно... Это, конечно, если без молока, чтобы вся эта вот основа была такой твердой. И вот это все перевернуть, чтобы сушки были наверху. Красивенько все смотрелись. Так, ну я не знаю, как получится. Попробую перевернуть. В общем, снизу это румяные кругляшочки получились. Вырубился у меня телефон. Пишут, памяти мало. Пришлось освобождать, и вот сейчас доснимаю. Значит, что? Сушечки стали мягкие. Смотрите, вот дотронулась, и она совсем мягенькая. Получается, завтрак совсем без хлеба. Ну и вкусно. Яйцо, колбаска, зелень, сыр. Очень вкусненько. И быстро. Попробуйте такой рецепт, если вам понравился. Все, с вами была Наталья. Сегодня на длинное видео я не решилась. Хотела снимать куличи, но у нас такой кавардак на улице творится. Какой-то жуткий ветер. Голова просто разрывается от этого всего. Поэтому вот такой легкий рецепт быстро решила снять вам. Все, с вами была Наталья. Всем пока. Всего самого доброго. Желаю. Будьте здоровы.